Так, раз-раз, камера-мотор. Раз-раз. В общем, накормил я уже этих всех поглоедов креветкой. Съели немеренное количество, но они еще хотят. Это вообще, аквариум сейчас он ест, как моя стойка. Я вам серьезно говорю, вот сейчас по креветке они схавали, сколько я стойки всей даю. Дайл. Так, надо сегодня тут воду поменять. Хотя бы 50 литров слить, 50 залить. Маловато будет, но пока нормально будет. Пока он наберет норму. Этот аквасичек. Дальше что? Пошли глянем, кто где что доедает, кто не переедает. Так, ну, наверное, тут все четенько. Фон я выключу. Экономия электроэнергии. Ага. Так, хлюпайте, хлюпики. Тут тоже все на креветке. Вон, гляньте, долбят кусок. Видите, он? Тоже он колбасит ее. Прям замороженную бросил и все. Так, пойдем, Василий, дальше. Что, тут тоже креветка. Тут тоже креветка. Это толстая пипетка. Нормозетка. Там он кусок упал, но что это краб еще не вылез, не нашел. Он вообще не сидит, сидит. Вон он сидит. Нормально все. Ну, у крабика водичку можно подменить. Часто вот это поедят миноры. Надо мочалку у них пополоскать. Но они уже поели. Артемии похавали они, надо будет у них пополоскать мочалыгу. Сюда посадил флюбусьера одноглазого, губка Боба. Губка Бобу, блин, Джека Воробья, ё-моё. Но, короче, она, наверное, закистовалась, а может, не знаю, хай посидят, посмотрим. Тут что, тут можно голову включить уже им. Тут можно включить им голову. Включили голову. Тут тоже уже доели, все, уже эти собаки уже поели все. Уже они все поели. Добили они. Два куска тут такие огромные плавали, все, они их уже раз это самое, в общем, съели. Знаете, как улитка панцирь у него растет, видите? Как будто одна из одной вылезла. Тараканиха не вылазила. Вон она лежит, жабры шевелятся, нормально все. Тут тоже креветку он долбяш, вот он, видите, он кусок упал он. Мутная вода, креветка мутит, ну ничего страшного. Это нормально. Я уже привык к этому аквариуму. Так, тут что, тоже он, видите, добивает. Вот сколько тут их, тьма тьмущая. Я не знаю, гуперов у меня, буду жарить гуперов. Гуперов я еще не ел. Паштет еще из губиков я не пробовал. Я тоже думаю, должен быть нормальный. Ля, он самые-самые анцики между собой что-то он гасится. Не видно, свет падает, вам не видно. Ну и все. Что? Так, тут тоже все на креветке сегодня. Все на креветке, кроме... Так, чего-то. В общем, кроме миноров и все. Тут тоже нормально. Все на месте. Скалярухи на месте. Удивительно, как это еще не съели мальков. Но он нагоняется. Ля, за упёшиком. Хе. Ну... Выживет сильнейший. А может и съела. А, наверное, навряд ли. Так, что, тут тоже нормально все. Тоже креветку добивают. Доедают. Северумихи носятся. Вот сегодня на северумах, наверное, все-таки переселить и таракатом оттуда в большой аквариум. А желательно бы, конечно, было бы, наверное, вот эту парочку убрать белых таракатом в большой аквариум. А я не знаю, надо подумать, куда и шел, во что посадить тот. Эту пару новую, самку и самца моего, надо обдумать. И вот этих надо мне сегодня переселить всех. Буцефаландров. Я имею в виду тернец их. Эти надо, чтобы остались тут, сомики, желательно, анцики, чтобы они росли отдельно. Ну, а потом, соответственно, короче, все в куче. Я не знаю, куда что, кого девать, куда я не рещу потом, куда девать. Вот это выбит, не выбит, с вечером до утра посидит, выкину сюда. Общий этот самый. Значит, менять уже надо производ, конечно, по тенденции, потому что они уже подтерты уже им сколько лет. Может быть, сегодня отсажу пицилий. Может быть. Вода там уже готовая. Как я уже там добавил, типа антихлор, чи что там, как она называется правильно. В общем, добавлено ля. Самец гавайки, шпили-вили. А, я не вижу камеру. Самец гавайки, шпили-вили к этой. Как она называется, это пятнистая? Ну, в общем, какая-то пятнистая пиццелюха. Да и тут тоже сейчас же критичная вода.
Ну, блин, покупать им воду — это тоже не вариант. Тут он тоже добивают, ищут уже остатки креветки. Ну, не сказать, что они голодные, но не сказать, что супер сильно сытые. Хватит, достаточно. Им сколько не давай, они столько будут хавать. Ну, вот в этот раз нормальный выход. А до этого что-то плохой выход Артемий был, не пойму. Ну, поменял распылитель, больше воздуха поставил. Сейчас забился распылитель, сейчас его так пополоскал, хай сохнет. Может, поможет. Ой, этим надо вот воду тоже поменять, мочалку пополоскать. Воду надо покупную этим заливать. Может же все-таки, я надеюсь, они мне что-то сделают. В общем, коридорасы перестали мне давать потомство почему-то. Сюда чуть-чуть креветки тоже наболтал. Ну и циклопа этим дал я. Тернехом. В общем, как-то так. Все, обозрили, посмотрели. А там, смотри, долботня идет. Далбендорф. Ну, не видно нифига. Все. Обнял, приподнял, подбросил, поймал. Примяш, привет. Мир, дружба, жвачка. Всем пока. Надо делать машину тихо. Поменять свечи, попробовать, что еще может поможет. На газу нифига не едет. Троит, пердит, шмыхтит. Ну, не чихает. Но на газу не хочет ехать. Троит на газу. На бензине все четко. На газу троит, как собака бешеная. Ушпаренная, непривитая. Это я за свою черную Волгу говорю. Все, покетухи. Вчера же сюда воды долил. Я вам рассказывал, да, вчера тут поменял, там поменял. Ну, тут может такое, вспышечка небольшая, попустит. Ну, это еще креветка намутила. Да и лобовухи грязные. Да и тут куча рыбы, тут еще. Тут больше рыбы, чем вот в этом аквариуме вообще, если на то пошло. Вот это надо мою сотку освобождать и в сотку селить тогда у тех вот скальдеру. Ой, короче, все надо. Надо все. Все, хороших выходных. Хорошего воскресенья. Сильно напивайтесь. Мир, дружба, жвачка. Всем пока.